Представляю вашему вниманию молодого, перспективного и харизматичного Евгения с канала Monster Play. Он на своем канале проходит кучу интереснейших игр, которые ты мало где увидишь. Ой, бабуль, у тебя что-то из носа торчит. Что это? Это козявка такая? Это пиявка. Отличное настроение гарантировано. Ссылочка на Жеку в описании. Подписывайся, не пожалеешь. Популярность ли ты как-то связан сам с этим? По рофлу поставил, братан. Я по гендеру холодильник с колбаской? Звучит респектабельно, братан. Короче, как делаю? Третья таверна, беру Зеруса, Зеруса шестерка, золочу шестерку очень рано. План крутой? Ну чё, роляю сейчас Зерус. Так, монетка, да? Я не понял. На последней монетке. Я просто поверил в это. Ты понимаешь? Я поверил в это. И сейчас шестерка. И у меня на пятом ходу будет золотая шестерка. А? Наколдовали. Теперь колдуйте мне любую, вот абсолютно любую шестерку. Это будет супер быстрая шестерка. Это мировой рекорд будет. Это будет мировой рекорд по золотой шестерке. Шестерка, любая, пожалуйста. Ну блин, это могло быть так круто. Это могло быть ультра круто. Это мог быть просто разнос всего. Ладно, я верю в Колесгоса, да? Разрыв шаблона. Ну отстой. Блин, это выглядело как мечта. Но если я прямо сейчас роляю Чарглу, все равно будет имба. Вот это у нее скин как мамочки какой-то. Ну! Кто-то сказал про Ривендера. Ривендура тоже неплохо, но чё мне делать? Жабы-попуга? Ну ладно, давай. Попуга? Есть какая-нибудь четверка прикольная с крипами? Не особо. Неудобно стало печатать на клаве? 15 получаю по лицу. Нормально. Попугу надо. Ой, не попугу, а этого. Лягушку. Ну чё, шансы появились? Лягушка. Какие-то появились шансы. Прикинь, камбэк с одного хп теперь, а? Прикинь, реально камбэк, ну. Шансов примерно 1 к 10 тысячам. Вы типа в меня вообще не верите, да? Ты недооцениваешь мою мощь! Когда новое аниме? Ну вот сейчас. Ну если я вот это вот переживаю, дальше будет намного проще. Пожалуйста! 91% на победу. Так. Хорошо. Отлично. Прикинь, реально камбэк. Вот это будет легендарно. Это будет даже намного лучше, чем если бы я просто зарылял бы шестерку и выиграл бы за счет нее. Хотя нет, шестерку зарылять на пятом ходу и сделать ее золотой было бы, наверное, эпичнее. Или камбэк эпичнее с одного хп. Что думаете, чат? Моя какая шестерка? Ну да, да, да. Но я специально сижу на этой таверне, чтобы еще попрыгух и хрипов достать, вот типа таких вот. Окей, это может быть интересно. Камбэк пошел. Опа! 75%. 76 даже процентов. Так. Плохой размен. Плохой. Мне кажется, это даже один из ужаснейших разменов, который мог бы быть. Ну да, это пахнет, как будто прям реальная концовка. Но надо, чтобы сейчас в крысу попали. Возможно. Возможно. Ой-ой-ой.
погибла эта штука. Неприятно. О, еще и Ривендер выжил. Отлично. Так я выиграл? Или нет? Да, я выиграл. Я выиграл. 150-150, маленькая крыска. Дело пахнет писюнами, ребята. Чувствуете, чувствуете? Это запах победы. Это запах камбэка. Но мне, наверное, не нужен третий. Третья крыска здесь, мне кажется, лишняя. Ладно, я левелапаюсь. Да, это круто. Что сказать? Если бы сейчас не было 2 часа ночи, я бы визжал просто как резанный. Потому что это действительно может быть камбэк. Надо, короче, будет промежуточно, когда сделаю триплет Ари или попрыгухи, забафать Ривендера, чтобы его не смогли... А, его уже не смогут. А все, Ривендера уже не искушают, потому что его забафал дракон. Еще бы одну крысу, с которой черепаха падает. Да, да, я тоже так думаю. Триплет Ари, еще одну крысу. И позолотить попрыгуху. И перерождение кинуть на попрыгуху, да? Запахло победой. Запахло. Вот мы его сейчас выбиваем и забираем попрыгух, которые вернулись в лобби. Он без Ривендера тут сидит. Он думает, он крутой. Он думает, он крутой, чат. Он ничего не знает. Он абсолютно ничего не знает. Ноль шансов. Надо его просто выбить сейчас. Просто к ногтюгу прижать его и все. И прыгают, и прыгают, и прыгают, и прыгают, и прыгают, и прыгают. Перерождение сначала на попуг, потом на лягух, да? Ну да, наверное, это логично. А представьте себе, если бы сейчас не было бы нерфа попуг. В какой-то момент... Blizzard понерфили попуг таким образом, что они не могут сами себя бафать попрыгухами. То есть раньше были стратегии из разряда стоят две попуги, которые друг друга бафуют попрыгухами, и просто у них статы миллион-миллион. А потом это понерфили. Ну давай посмотрим, чьи крыски сильнее, твои или мои. Давай! Сычёныш, давай, покажи! Покажи свою мощь! У меня тройной Ривендер, сыночек! Так, 5-4, это 9-9 плюс 4, 13. Один долетал, лол, фига тебе повезло, чертыпышонок, а? Жмурик, я ультраслабый? Хо-хо-хо, попрыгуха. Ой, это мне? Это мне? Ой, как приятно! Как неожиданно и приятно! Спасибо! Я знаете, что сделаю? Блин, плохо сделал. Просто у него были попрыгухи, попуги и крыса. И я думал, что-то из этого хотя бы зарылять. Но нет. Ну ладно, зато я сейчас... Зато я сейчас пробафую немного Ривендера, что даже золотой Ривендер не умрет. Типа, теперь Ривендер точно не погибнет. И у меня еще будут призы ярмарки Новолуния. Делает случайно существо в таверне Боба золотым. Плюс 2-2. Раз, два, три, четыре. 4, да? Это 12. Плюс 4, 5. 7, да? Мне должно хватить. Смотрите, как я делаю. Смотри. Опа. Прикольно придумал. А? Ты что, колдун? Мозги! Мозги! Приколямба. Разойдитесь. Он умный! Ну чё, чат, легендарный камбэк на одном хп? Или нет? К ногтюгу или не к ногтюгу? Каковы шансы? Начали прыгать, ребят.
Здоровая, здоровая крыска. Что сильнее, целая армия ультра прокачанных мужиков столетиями и супер оружием или просто крыса в шляпе? Так. Перерождение. Так. Типа дополнительный. О, кстати, это тот самый Пеппер-Гунтер, которого мы не смогли разбить. Да-да, он тоже на попрыгухах. Думаете, яд брать? Но у него там тоже попрыгухи. Яд это не... яд меня не особо спасет. Бяг-бяг. Яд и в самый конец. 15-15 мне бы ничего не дало, да? А вот это мне хочет... Вот это крутая штука, надо ее... Вот яд будет заменить на вот это вот. Нет хайпа! Алексей, вы собираете так называемую экзодию? Нет, я собираю ультрамариновую. Жесть! Я просто сейчас размажу амбиции данного смотрителя в пыль. Я просто уничтожу его стремление к победе и превращу в прах всю его гордость и прижму его к ногтям. Тюгу! А если гидра? Думаете, гидра? Ну, можно сделать вот так вот. Типа, гидра. Вернул назад. А прикинь, сейчас сюда провокатор поставится, и он провокатор из-за этого схавает. Нет! Ну, это битва двух... прыгающих, смертоносных убийц. Отлично, провокаторы просто выпали и начали прыгать еще и еще больше. Так, ну мне кажется, победит сейчас тот, кто первым разобьет вражеского Ривендера. Ага! Но это тоже своего рода крыса, да? Ой, как же хорошо то, что места не хватает под раскрутку. Кстати, у меня проблемы. Минус яд. У меня проблемы. О, минус Ривендер. И мой Ривендер погиб. Могу ли я здесь проиграть? Просто маленькая крыска к ногтюгу его прижала так. Пау! Я истинный повелитель крыс, я крысиный лорд. Папа. Ух. Ты доволен результатом или хотелось все-таки победить сегодня? Ну я, кстати, даже не знаю. Может мне гидру вообще здесь поставить? Этот не погибнет. Как 1%? В смысле? Лол! Новый шахтер контрит стратегию на попрыгухах. Боже мой! Обалдеть, он еще и первый атаковал. Он просто выиграл за счет шахтера. Жесть! Но это читерство. Ты доволен результатом или ну, хотелось все-таки победить? Это нечестно. Это нечестно. Обалдеть. Причем шахтер, он реально уничтожил моих существ с 3 хп. Видишь, он вот эти вот штуки, он их всех одним шахтером разбил, потому что он еще и под Ривендером был. Вау! Он законтрил стратегию на прыг-скокерах. Чувак гений, но там не дать, не взять. Ладно. Хорошо, хорошо.